Всем привет, дорогие зрители! Я пришел в район Махмудлар на первую береговую линию в люкс-проект, который уже сдан в эксплуатацию. Здесь продается 3 квартиры под ключ, дизайнерские. Я сейчас нахожусь на 10 этаже и показываю вам этот красивый вид. Жаль, что сейчас пасмурно или высокая влажность. Я не могу показать вам весь этот вид. Но то, что вы сейчас видите, и как раз можете увидеть и меня. Мачо вернулся! Но солнца нету. Пришлось мне все-таки показать, что я вернулся. Давно меня не было. Дорогие зрители, квартирка хорошая, но первая береговая линия, шум от дороги по-любому есть. Но как я зайду в квартиру, никакого шума вы не слышите, потому что здесь использованы самые лучшие качественные стройматериалы. Сейчас. Там у нас вид на крепость Алани по вечерам, освещение красивое, но на данный момент ничего не могу показать, вот видите. Пляж в этой стороне плиты. Там вырублено, вот, в некоторых местах. И в той стороне у нас пляж Gold City и в зоне Кракаджака. В этой стороне вот там вырублено. Вот тут вырублено. Ну, кто ищет хороший пляж, тот найдет. Сторона здесь юго-западная. Это у нас первый балкон. Можете также застеклить. Закрываю двери. Видите, никакого шума. И вот у нас гостиная комната. О, красота, первая линия. Ох, как красиво. Сейчас покажу вам. Во всех комнатах есть теплые полы. Бытовая техника вся фирма Siemens. Гранитная столешница. Это тоже как-то открывается наверх. Вот в таком формате. Посудомойка фирмы Siemens. Итак, сидите тут на диванчике. Наблюдайте за крепостью Алании, за морем и живете свой кайф. Так, покажу, что здесь. Электрические жалюзи. И все сейчас закроется. Все. Телевизор фирмы Grundig. Кондиционер фирмы Siemens, инверторная. Брутто здесь 100 квадратных метров, жилая площадь 88-89. Два санузла. Это у нас первая спальня. Сюда вы также можете установить телевизор. Также тут тоже у нас спускаем шторы. Также вид на море. Вот лежите, смотрите на море. Вот отсюда. И храпите себе. О. Закрываю. Кондиционер фирмы Siemens. Так. Тут у нас санузел. Вот прихожая. Все с доводчиками. Здесь у нас домофон. Это первый санузел. Душевая кабинка. Тоже большая, не маленькая. Детали все покажу. Петь.
Перейдем в хозяйскую спальню. Тут жилая площадь как минимум 14 квадратных метров. Там было 11 в той спальне, здесь 14, может быть, и с половиной. Также маленький французский балкон. Вид с хозяйской спальни. Также установлен телевизор. Угу. Также здесь тоже можем закрыть шторы автоматически. Угу. Шкафчик. Второй санузел. Тут еще есть одна квартира в той стороне. Я сейчас туда пойду. Эта квартира находится на 9 этаже, другая на 10 этаже, пардон. Сейчас поднимусь наверх. Перешел я на другую квартиру. Она находится в юго-восточной стороне. Вот вид на горы Кыркыджака, на эту равнину, пляж. А также отсюда видна и крепость Алания. Тут грязно. Все, шума уже нету. Вот такая гостиная комната у нас. Тут просто очень хороший вид, такой восхитительный. Просто сейчас не могу показать. Море, оно зеленое бывает, то синий цвет такой, бирюзовый. Когда волны вообще очень классно смотрятся. Тут кондиционер фирмы Арчелик и бытовая техника вся Арчелик. Там была Siemens. Так. Теплые полы. Это у нас первая спальня. Вот такой вид. Хозяйская спальня. Французский балкон. Вот, представьте, вы сейчас лежите тут на кровати и наблюдаете за этим видом по утрам. Кофе, чай, там кто вино пьет, там, ой-ой-ой. Душевая кабинка. Идентичная квартира, но другая сторона. Так, здесь у нас второй санузел, стиральная машинка, тут спрятали ее. Тут вся инфраструктура. Итак, цена этих двух квартир, дорогие зрители. Ту, которую первую я снимал, 2 плюс 1, под ключ. 375 тысяч евро. Конечно, есть торг. Обращайтесь по очень хорошей цене. Можете приобрести эту недвижимость. Ту, которую я сейчас снимаю, 325 тысяч евро. 2 плюс 1. А также есть у нас на продаже 1 плюс 1. 148 тысяч евро. Есть. Амор мио. Так вот. Увидели цены? Торг уместен. Я спускаюсь вниз, показываю вам лифт. На этаже у нас 3 квартиры здесь, 3 квартиры там, 6 квартир, 2 лифта. Вызовем лифт. Фирма Kone. Качественный лифт. Мы сейчас находимся на 10 этаже.
10 человек вместимость. Вот такой лифт. Спустился я к квартире 1 плюс 1. Бытовая техника, вся фирма Арчелик. И с этой стороны покажу вам. У каждой квартиры есть свой покупатель. Все на любителя. Там желательно в комментариях писать нормальные отзывы. Потому что я снимаю на любой кошелек. Кому что понравится, понравится. У каждой разные мысли, разные вкусы. Разный кошелек. Деньги, деньги. Ой. Сторона здесь восточная. Балкончик снял. Закроем двери. Показал гостиную, совмещенную с кухней. Здесь у нас прихожая. Вот хорошая прихожая. И стиральная машинка прямо у прихожей. Тут встроенный шкаф. Санузел. Проточный водонагреватель фирмы Veito Electronic. Качественные стройматериалы. Я уже сказал, что все ультра-люкс. И здесь у нас спальня. Также выход на балкон. И в этой стороне у нас французский балкон. Угу. Все, увидели. Жилая площадь здесь, по моим меркам, где-то 48-47, как минимум, с балконом вместе, жилая площадь. Все, я иду к зрителям. Покажу вам всю инфраструктуру. Айдат здесь написано на стенке, но как-то я знаю, что 2 плюс 1 это 300-400 лир между ними, а 1 плюс 1 240 лир. Сейчас все покажу вам. Спустился я в лобби. Вот. Здесь у нас Айдат. Вот цены. Это ежемесячно, это годовая. Видно? Посмотрите внимательно. Окей, увидели. Так, здесь у нас открытая парковка снаружи. В этой стороне бассейн большой. Охрана, видеонаблюдение, 7 дней, 24 часа. Детский бассейн, там зона бара, душевая часть. Зонтики, шезлонги, все летом функционирует. Вот такое здание у нас. Сейчас покажу внутреннюю инфраструктуру. Тут спа-центр сдан в аренду. Так что есть массажистки, массажеры. Массажисты, массажеры, что я говорю. Ай, откуда? Не пускают, ничего. Зайдемте с той стороны. Так. Это лобби. Так. Здесь у нас проход
к фитнесу. Тут детская комната. Тут парковочные места для велосипедов. Тут спа-центр, мини-бар, крытый бассейн. Итак, тут есть сауна, римская парная комната. Турецкая баня, это массажная комната. Но так как там сейчас процесс массаж, шауна, шмауна, все вот там, все, фух, и меня не пустили. Не пустили снимать, вот так вот. Но там большая сауна. Цены, кажется, там, сейчас уточню, сколько стоит массаж. Так, цены на массаж, сервис, вот это все. Минимальный пакет начинается от 250 лир и выше. Все зависит от камня ставят, мед ставят, руки, ноги ломают, там что. То есть хороший массаж делают вам. На 10 лет станете молодым. Кого заинтересовали эти варианты, звоните, пишите по номеру. Плюс 90-555-064-91-10. WhatsApp, Telegram, Viber. Если я не отвечу в Телеграме, пожалуйста, напишите WhatsApp, я перейду в Телеграм. Программка сама по себе там закрывается, потому что очень много там всяких групп добавили меня туда-сюда. Все, с вами был мистер Мачо из Солнечного Лани, район Махмутлар. Всем пока-пока.